Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы будем вязать вот такой вот узор. Узор достаточно простой. С ним может справиться даже начинающая вязальщица. Начинаем вязать узор. Набираем 24 воздушные петли. Раппорт узора в ширину составляет 8 петель. Высоту 2 ряда. Так. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Теперь четвертую петлю от крючка мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Накид. Теперь считаем 1, 2, 3, 4. Вот в эту петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Опять накид. В эту же петлю столбик с одним накидом. Далее. Пропускаем снизу 3 петли. 1, 2, 3. И в четвертую вяжем столбик с одним накидом. 1 столбик. 2 воздушные петли. И опять в эту же петлю столбик с одним накидом. Далее опять пропускаем снизу 3 петли, то есть 1, 2, 3, 4, в четвертую вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, опять накид, в эту же петлю вяжем второй столбик. Одна воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее пропускаем снизу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в четвертую вяжем столбик с одним накидом. Две воздушные петли, в эту же петлю еще один столбик. Снизу пропускаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В четвертую вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй, одна воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом в эту же петлю. Так, первый столбик. Второй столбик. Пропускаем снизу 3 петли. 1, 2, 3. И в четвертую, в моем случае в последнюю, провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля и еще один столбик с одним накидом. Это был наш первый ряд. Набираем 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Начинаем вязать второй ряд. 2 столбика с одним накидом в первую петлю.
первый столбик, второй, делаем накид и ищем арочку из двух петель. Вот в моем случае арочка. Вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, и в эту же арочку еще один столбик с одним накидом. Далее накид, следующую арочку ищем, вяжем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Накид, следующая арочка, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. И еще один столбик с одним накидом в эту же арочку. Накид. 2 столбика с одним накидом в арочку. Одна воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Так, накид, и теперь последний столбик провязываем, столбик с одним накидом, воздушная петля и еще один столбик с одним накидом. Три воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем вязание и начинаем вязать третий ряд. Вяжем 2 столбика с одним накидом в первую петлю. Раз, 2. Далее накид, в арочку вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же опять столбик с одним накидом, накид, в арочку 2 столбика с одним накидом, 1, 2, воздушная петля, еще 2 столбика с одним накидом, 1, 2, в следующую арочку столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом, 4. Последний столбик провязываем, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же 1 столбик с одним накидом.
3 воздушные петли, и далее мы повторяем наш второй ряд. Разворачиваем вязание. В первую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Дальше в арочку провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом. Далее в следующую арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз, два, одна воздушная петля, еще 2 столбика с одним накидом. Следующую арочку 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом, следующую арочку 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Одна воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Раз, два. И в последний ряд провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и еще один столбик с одним накидом. Три воздушные петли делаем и повторяем уже третий ряд. Раз, два, три. Разворачиваем вязание. В первую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Раз, два, накид. В арочку провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, еще 1 столбик с одним накидом. Далее 2 столбика с одним накидом в следующую арочку. Раз, два, воздушная петля, еще 2 столбика. Раз, два. В следующую арочку провязываем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, еще 1 столбик с одним накидом. Так. Далее 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, еще 2 столбика. Раз, два, и в последний столбик провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и еще один столбик с одним накидом. Опять делаем 3 воздушные петли и повторяем второй ряд. Вот такой узор у нас получается. Я провязала несколько рядов. Вот такой узор у меня получился. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!